Всем привет, друзья! Сегодня у нас будет опять видео про аквариум. Его пора чистить. Вот здесь у нас зеленый налет появился. Но видео будет про чип-чистку моторчика, который подает кислород. То есть он работает, фильтрует воду. Здесь циркуляция воды идет через крышку. В крышке у нас... Давайте снимем кормушка. Пока ее снимем. Вода проходит вверху по крышке. Под крышкой у нас находится фильтр. И чистая уже вода, очищенная, пройденная через фильтр, возвращается сюда. Но вот здесь должна быть подача кислорода. И вчера уже я заметил, что она обычно где-то вот сюда дует подача. А сейчас, видите, маленькие, то есть совершенно маленькие пузырьки, там 1-2 выходят. Вчера вот сюда где-то доходило. Это вечером я заметил. Думаю, ладно, утром уже буду снимать видео и сниму. И не получилось, потому что я утром проснулся, и подачи кислорода уже нет. То есть она не работает. Сменю воду, помою аквариум и заодно сниму, как прочистить моторчик. Это совсем не трудно, но получается, в этом аквариуме его периодически нужно чистить. Образуется там такая магнитная система, на нем образуется такая пленка из-за воды. Сразу хочу рассказать еще про кормушку. Смотрите, у аквариума есть уровень воды. И если, то есть мы добираем до него, здесь максимальный, то есть я, видите, немножко перелил воды. Когда работает моторчик, он забрасывает сюда немного воду, и наша кормушка, у нее образуются вот такие вот налипания, парения или брызги, не знаю, вот они сюда ляпнули. И, естественно, фидер наш, когда высыпал еду, она здесь налипла комком, и рыбкам еда не попалась. Нужно обращать внимание, посыпалась еда или нет. И если не посыпалась, проверить фидер. Раз в неделю, раз в две недели я его просматриваю. Ну вот налипло, это вот за весь период второй раз налипло. Такая ситуация. И второй раз из-за того, что я перелил лишней воды. Налил, когда наливаю вот так, таких проблем не было. Еще такой момент был. Перестала сыпаться, она просто там образовалась воздушная пробка под кормом. И его нужно было немножко потрусить, и тогда он начал опять сыпаться нормально. Ну, сейчас мы это все почистим. Сейчас остановлен у нас фильтр. Так это выглядит. Это где-то месяц прошел. Какашек осталась вот такая вот штука. Она такая немножко слизкая. Мы можем снять колпачочек вот этот вот. Одеваем на него трубочку. И вода автоматически пойдет из системы на выход. И мы просто можем долить воды новой и все. Но поскольку у меня он испачканный, сейчас нужно мыть стекло. Вот, налет образовался на стекле. Я сейчас буду менять воду полностью. Очищу рыбок, потревожу их немножко. Тоже промою. Вот. Так выглядит фильтр. Вот. Вот. Это, ну, наверное, месяц я не менял. То есть вот такое вот образование на фильтре. Ну и среди камушков, то есть здесь тоже в это все нужно промыть желательно. Ну, я промываю. Меня спрашивали, чем я мою аквариум. Я вот такой вот обычной мочалкой, то есть беру новую свежую мочалку, не ту, которую там посуду моем, а отдельно завел отдельную мочалку и ей мою. Если вы знаете другие варианты, чем стенки аквариума мыть, то пишите в комментариях. Фильтр прочистили, промыли. То есть фильтр готов. Вот какой налет образовался на стенках аквариума. Вот, камушки я обычно, я уже промыл их, ложу в миску, включаю проточную воду и вот так делаю. Мусора обычно очень много, остатки водорослей, грязи, какашки там и так далее. Большие камушки, ракушки я еще дополнительно прочищаю мочалкой, потому что они тоже покрываются вот такой вот плесенью, но ее убрать полностью у меня не получается. Но уже вода чистая, то есть только что была полностью мутная, я уже промыл. Еще хочу добавить, чтобы вы не забывали, что сам аквариум это пластик, и грубой стороной щетки вы его не трите изнутри, как бы не хотелось побыстрее оттереть то, что там внутри налипло, потому что он помутнеет. Вот у меня несколько участков
вот, вот большой участок, вот этот вот, я потер щеткой, и он, видите, помутнело стекло. Уже нужно либо полировать как-то, либо не знаю. Поэтому аккуратно изнутри и снаружи трите его только мягкой стороной губки. Для начала разберем, откручиваем эту штуку, снимаем ее сверху, я ее кладу в миску, и вот наш моторчик, он видно, что здесь залит по грязью. Просто мы вот его достаем. И я еще вот эту вот трубочку чистил. Но сейчас она довольно-таки в неплохом состоянии. Сейчас мы ее промоем, и потом я покажу, как разобрать моторчик. Итак, для начала нужно снять крышку. Снимаем со стороны решетки. И у нас здесь два болтика, которые нам нужно открутить. Вообще должно быть 4, но почему-то их тут всего лишь 2. Так и было, то есть я ничего не убирал. Я чищу его второй раз. Смысл в чем? В том, что здесь система магнитная, и на магните налипает слизь из воды, и магнит перестает крутить. Открываем его аккуратненько, чтобы ничего не сломать. Вот. Крышку сняли. Мы ее тоже промоем, потому что здесь тоже, как видите, слизь. Ну, это из-за воды. И вот наш моторчик. То есть сама система. Здесь мы тоже внутри все промоем. Сейчас палочкой, ну, достанем его. Не так просто достать, нужен пинцет. Итак, берем пинцет просто и вытягиваем. Вот так выглядит он, моторчик. То есть сам вот этот пропеллер, он вокруг магнит, и внутри тоже магнитная система. То есть и аккуратненько, то есть мы промываем вот это, вот прям на нем видно, что несколько слоев слизи на нем. Вот, остается, видите, она стирается прям. И также точно так аккуратненько вокруг промыть, вот видите, сразу, то есть с первого раза. Аккуратненько я палочкой. Ну, я так промываю, то есть можно просто под проточной водой, но я прочищаю еще, вот. Видите, палочка сразу черная становится. Очищаем и дальше собираем. Сейчас я его промою и соберем. Итак, все промыли, теперь собираем обратно. То есть схема то же самое. Так, только надо убрать, остались ворсинки с палочки, надо их убрать, чтобы они не стали причиной другой поломки. Вставили, все чистенько теперь. Закрываем удлиненным вот к трубочке. Опять же, я думаю, что эта проблема исчезнет, если использовать бутилированную очищенную воду. Ну, нужно подобрать, какая вода подойдет рыбкам по составу. И, наверное, я скоро проведу эксперимент с очищенной водой и посмотрим. Ну, дополнительно, отдельно расскажу в каком-нибудь видео, если эксперимент будет удачный. Вот, ну и все. Мы теперь это все подключили, включили. Осталось только нам собрать. Вот так. Вот так. Вот так хорошо. Все, система собрана. Вот это вот особенно нужно фидерную часть, вот эту вот протереть насухо, чтобы влага сторонняя не передавалась фидеру. Ну и давайте почистим фидерную часть. Сверху вроде все хорошо, ничего там внутри не налипло, но вот с нижней части нужно почистить, потому что здесь налипло. Ну, вроде все достаточно, я думаю, теперь будет все хорошо. Главное, чтобы она оставалась сухая, чтобы сюда не брызгала вода из аквариума, она будет лучше работать. Но, тем не менее, еще проверять периодически, чтобы ваши рыбки не умерли из голода. Утром настроил, что она включается как раз, когда я просыпаюсь.
она включается, я открываю глаза и вижу, что сколько посыпалось корма. Если я там забыл, допустим, несколько дней не смотрел, я проверяю, нажимаю на кнопку, как она срабатывает, то есть дополнительно корма насыпается рыбкам, но зато я точно знаю, что они покормлены. Все, можно теперь собирать и проверять итоговое. Все ли у нас в порядке. Итак, друзья, все у нас получилось, все заработало. Вот так, о чем я говорил, что он до половины аквариума добрасывает воздух на максимальной мощности. Я обычно ставлю на половину мощности, но пусть пока работает на максимальной. Включился у нас фильтр, включился воздух, кислород. Все, аквариум у нас работает. Ну и теперь давайте проверим фидер, потому что рыбки перенервничали и хотят, наверное, кушать. Давайте посмотрим. Насыпала им еды. И кислород ее разогнал по крыше. Вот они тут будут сейчас все суетиться и кушать. Падает еда. И приятного аппетита, рыбки. И, в общем, удачных покупок. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок. Пока.